Первая моя мастерская была у меня непосредственно дома. Я работал на полу, на куске фанеры, с кучей инструмента, который я считал или счел нужным. Приобрел в интернете, нашел что-то у друзей, у знакомых. Вот, без машинок, без ничего, все вручную, все своими руками. Вот, а в 2013 году у меня появилась моя мастерская. Это уже мастерская как отдельное помещение, в которое я уже начал обустраивать все на свой вкус, начал покупать промышленное оборудование, вот уже подходя с более серьезностью к этому вопросу. Вот, и можно сказать, что именно профессионально моя деятельность началась с 2012-2013 года. Я работаю с кожей. Кожа — материал, который нуждается в крайней аккуратности. Он впитывает все, что мы с ней делаем. Впитывает энергию, впитывает частичку души. Вот. Эта профессия требует аккуратности, внимания, осторожности, продуманности действий. Нельзя просто взять и отрезать. Нужно, как в хорошей поговорке, 7 раз отмерить и 1 раз отрезать. Это гарантирует то, что ты не ошибешься, что ты сделаешь все правильно. Вот. Сама по себе профессия довольно проста и в то же время неординарна. В России больше знакомы с обувщиками, знакомы с модельерами, а вот именно мастера кожгалантерии — это как-то такое на уровне хобби всегда считалось, чем мы вот активно последние годы сражаемся уже это. Доказываем всему миру и всем нашим друзьям, что клиентам, что это профессия, которая не просто фабрика, да, которая делает штамповки, а делает полноценные вещи, интересные, уникальные в своем стиле, в своем дизайне. Для каждого человека важно понять, чем он хочет заниматься в своей жизни. Пока мы молоды, юны и так далее, мы стремимся заняться максимально всем. Вот. Я такой, через такой этап тоже прошел, и вот когда я начал заниматься кожей, я понял, что это то, чем я хочу, чем я буду заниматься всю свою жизнь. То направление, в которое я целенаправленно устремляюсь, в который я вкладываю свои средства, свои силы. И, на мой взгляд, именно такое отношение к любимому делу, к любимой профессии, к любимой работе и является двигателем, что называется, прогресса. Я не знаю, насколько это можно назвать профессией, но это течение, определенное течение. Оно и в науке, если мы говорим о звукотерапии, оно и в музыке. В музыке она, конечно, уже более древняя, на протяжении там нескольких тысяч лет. Это аутентичный звук, который мне очень нравится сейчас синтезировать с новыми формами музыкальными. Мне, например, очень нравится проект Sage из Екатеринбурга, который как раз находится в периферии этого аутентики и современного звучания. И если говорить о профессии как звукотерапевта, то в современной науке это очень молодая ветка, но, опять же, если мы берем традицию тибетскую, то ей насчитывается уже много тысяч лет. Thank you.
Мое знакомство с подобными инструментами и вообще традицией музыкальной началось в 2011 году на фестивале «Семинальна». Там я впервые увидел варган, диджериду. Меня это все очень сильно увлекло, погрузило в какие-то новые сферы музыкальные. А в 2013 году повстречал очень крутого мастера, который играл на тибетских поющих чашах. И он меня увел еще глубже в мир звуков. И теперь я занимаюсь еще и звукотерапией, непосредственно помогаю людям. Один мудрец сказал, что нет счастья, которое могло бы заменить спокойствие. И мне очень радостно от того, что моя деятельность приносит покой в сердца людей, в умы людей. Они становятся более гармоничными, ясными и естественными. И когда я смотрю на них, все это во мне пробуждает те же самые состояния. Я тоже становлюсь более гармоничным в этом мире. И это здорово. То, чем я занимаюсь, сложно назвать работой. Это скорее образ жизни. Все началось с самого раннего детства. Я помню себя увлеченной творчеством. Пробовала себя в разных направлениях – живописи, графике, создавала бижутерию и даже освоила веб-дизайн. Однажды случай преподнес мне возможность сделать куклу. И тут я поняла, что этот сложный процесс соединяет в себе все мои навыки – от рисования и лепки до знания графических программ. Нужно быть сапожником, портным, скульптором, парикмахером. Но чтобы сделать именно портретную куклу, нужно быть еще и психологом, потому как работаешь с двумя людьми одновременно – с тем, кто хочет ее подарить, и заочно с тем, кому ее подарят. Источник вдохновения – это мой малыш с его чистыми и искренними эмоциями. И этими эмоциями хочется делиться. И хочется порадовать, а иногда и даже разбудить ребенка в душах серьезных взрослых.